Каким стал 2020 для Самарской области? Итоги уходящего года подвел губернатор Дмитрий Азаров в большом интервью, который дал нашим коллегам канала «Губерния». Глава региона детально рассказал о самых важных моментах жизни Самарской области и о том, каких успехов регион достиг в этот непростой для всех период. Предлагаем посмотреть небольшой фрагмент. Конечно, есть смысл вспомнить и о трудовых достижениях текущего года, о наших планах на будущее, о реализации масштабных инфраструктурных объектов, которые предопределят развитие региона на десятилетия вперед. Ну, если говорить о международном транспортном коридоре Европа-Западный Китай, строительство мостового перехода через Волгу, то, о чем мечтали десятилетия на Самарской земле, мы воплощаем в жизнь. Мы меньше говорим, но делаем. И мост строится активно. Наша особая экономическая зона Тольятти вошла в тройку самых эффективных особых экономических зон страны, в том числе по созданию новых рабочих мест и приросту выручки. Это очень важно. Мы гордились и гордимся и теперь Самарской набережной. Но теперь мы по праву можем гордиться набережными, потому что у нас появилась набережная в Жигулевске и Октябрьске, в Сызрани. А в следующем году, уверен, мы сделаем огромный шаг вперед по реконструкции и создании де-факто новой набережной в Тольятти. А сколько замечательных, благоустроенных мест, скверов и площадей, двориков и мемориалов восстановленных появилось вновь, которыми люди гордятся.